Всем привет, с вами как всегда я, Астрофемус. Сегодня мы решили пойти в раменную. Это отличная азиатская кухня, которая у нас есть в городе. Первое место было открыто на Петроградской, второе место открыто на Загородном. Кухня там очень интересная, порции большие, а еще бывают там разные разновидности остроты. Максимальную остроту я ни разу не ел. Разные, короче, рамены есть. Там нет, главное, что суши, там нет всякого такого фастфудового дерьма. Вот, мы наконец-то заказали разные блюда, взяли еще даже морс себе попить, вот. Сейчас нам все это принесут. Я заказал себе цезарь без соуса майонезного, заказал себе рис с курицей, вот. Сань, ты что заказал? Кимчи рамен. Кимчи рамен? Что это такое? Рамен острый, очень-очень острый рамен. Саня заказал очень острый рамен, он любит приключения себе на задницу искать. На самом деле здесь очень вкусно, готовят достаточно быстро, так что я всем советую обязательно здесь побывать. Кстати, очень выгодно, если у вас есть карточка. Сейчас мы посмотрим, что же принесли Сашке. А Саше принесли сегодня кимчи рамен. Это очень горячий суп. Я, кстати, в Цезаре не сказал про сыр, совсем забыл про него. Вот. И самое удивительное, что обычно сыр тебе кладут, ну, 5 грамм, может быть, 10 грамм. А здесь прямо вся тарелка в сыре. Сыром погоняет. Вы просто посмотрите, сколько тут сыра. Рис в кисло-сладком соусе, еще какие-то овощи. В общем, это тоже безумно вкусно. Сейчас я это буду все хрумкать. Божественно. Сейчас я попробую, что же за дивый рис. С капустой тут, блин. Боже, что? Хоть и горячо, на самом деле, есть можно. Но я просто не люблю горячую очень кухню. Вот когда она... Так, ну, здесь она нормальная, абсолютно. Здесь огромное количество просто моркови. Безумно. Вот. Очень вкусная курица. Не резиновая, а самое главное. Слушайте, я на самом деле сейчас выключаю камеру, потому что безумно вкусно, я хочу без вас поесть. На самом деле, после такой вкусной еды просто ничего не хочется делать. Просто хочется потупить немножко, посидеть. Тут очень удобные диванчики, в принципе. Вот, на них очень классно сидеть. Мягко, комфортно. Так что